10 градусов после морозов. Все в инее. Вчера грузил сено, заводил трактор во двор. Там я кадрик вставлю тут. На минуту. Короче, случилось неприятно. Сломал рабочий орган у трактора. Сейчас пойдем покажу. Ой. Похудел. Морозы были, похудел. Ой-ой-ой. Короче, вот чтобы работать вилы, для того чтобы рулоны грузить. Вот рабочий орган. Видать, после морозов или что, но я видел, что он у меня раза два, наверное, гнулся. А вчера вообще сломался, отвалился. Вал. На 40 вал. Ну как вал? Тут это не вал, кругляк. Он мягкий такой. Он гнулся раза два-три, а потом сломал. Так. Вот так он был сделан на заводе. Вот эта вот часть, позвонил на завод, говорит, 5000. Ну не знаю, 5000 это дорого отдавать. Еще привезут. Попытаюсь сам сегодня сварить. Так, ну сейчас я двину померю. Так, 120. Ну как раз рулон 120 протыкает. Ну придется, наверное, укоротить. Если по прямой так вот сварить, это толку не будет. Я, конечно, гуманитарий, но все равно это кое-что понимаю. По прямой обварить толку не будет, держаться не будет, отломится. Попытаюсь маленько укоротить сантиметров на 5 его и накладку сделать какую-нибудь. Ладно, я буду потом варить, буду показывать все. Член сломать. Гнуло. Блин, все-таки сломало. Рулоны тяжелые. На 40 вал. Сломался. Все по теплу придется варить. Вот это ерунда. Блин, назад не могу. Вот это полностью в сборе 5000 стоит. Занимаюсь я ремонтом стрелы. Обрезал там болгаркой, обточил, сейчас покажу. Так,
Видать должно. Так, подумал, что делать. Взял, померил. Отпилил 15 сантиметров. Ну, сейчас собираюсь отпилить 15 сантиметров. Обрезал здесь все, по кругу все вырезал. Гер, да уйди, не мешайся. Я тут еще не хватало. Обточил. Достать невозможно никак этот вал. На 15 сантиметров вот они стояли. Уголки вот так вот. Обточил. Сейчас попробую оббить. Потом на место вставить. Идет понемногу. Попробуем отломить. Ты елки-палки. Что не по голове, блин.
пошла трещина, должно сейчас оторваться. О. Осталось дело за малым. Взять, переварить. Назад. Фаски я все снял. Короче будет. Это подходит. Ну ладно, буду варить. Потом буду с ним, буду показывать. Хоть парю. Пытаюсь. При сварке я не, а это, снимать лучше не снимать, можно матрицу сжечь. Варил я, варил, но часа 2-3, наверное, там ковырялся. Вроде все на место поставил. Он не знает, вот специалист там Стюренкеля бюргер сейчас глянет. Поближе поднеси. Пойдет, не пойдет, держаться будет. Я же гуманитарий, я не сварщик. Тем более варил на 220. 200 ватт. 200 ампер выдает, больше не выдает аппарат. Видать сварку, нет? Здесь вот был разрезан вал. На место поставил я вот эти вот уголки, на место поставил, приварил. Все думал. В общем, вал получился по длине короче. Был 120, сейчас он метр. Хотел палец сюда приложить. Обламывается-то вот в этом месте. Один палец, но что-то ни туда, ни сюда, и мешаться вроде как будет. Два пальца ложить, ну не знаю. Там специалисты увидят, скажут свое мнение. Делать накладку, не делать накладку, или так пойдет. Вал-то по длине короче стал. Назад отойди. Длина-то его стала короче. Был 120, а сейчас метр. Рулон не на одном держится, а на трех. А вот один центральный, а два вспомогательных. Вспомогательных два вала на 80. Длиной 80. Что там, народ, свое мнение высказывайте. Выслушаю. Или сейчас приварю, или до весны оставить. Так, где в поле сломается, тоже ничего хорошего. Ну ладно, если понравилось что, пишите, плюсуйте. Спрашивайте. Пока. Так. Нижний сейчас 70, а верхний 105 получилось. Ну, здесь под рулону под 500 килограмм. Так-то у меня размер рулона сбоку накалывает 120. Вот не знаю, блядь, отломится, не отломится, посмотрим.